Снова с вами канал 220 киловольт, меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас на ремонте такой вот телефончик LG, двухсимочный. Видим, что у нас дисплей кирдык. Вот сам телефон работает, в принципе, включается. Сейчас попробуем запустить его. Дисплей, конечно, пострадал добро. О, дисплей, тачскрин. Так, ну вот, загружается девайс. Вот он запустился. В принципе, как бы тач сам живой работает. Но, естественно, внешний вид его оставляет желать лучшего. Значит, телефон этот у нас LG двухсимочный, как я уже говорил, с поддержкой флешки, со стилусом. Вот таким вот стилус извлечен. Значит, модель телефона имеет на борту аккумулятор емкостью 3140 мАч. Модель телефона у нас... Так... Это батарея, технические характеристики ее. Так, модель телефона у нас LG D686. Это Dual SIM, какой-то там Pro. Вот, черный корпус. Вот такая вот у него поломка. Значит, что делаем дальше? Извлекаем аккумулятор, скручиваем все болтики. Тут вот, если считать их, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 где-то болтиков. Скручиваем, аккуратно берем шпатель, стоматологический шпатель, и аккуратненько Вот с этой стороны начинаем поднимать корпус. Отщелкивать корпус, где у него точки креплений расположены. Отщелкиваем так вот по периметру всю верхнюю половинку. Чистим ее от пыли кисточкой, откладываем в сторону. Запоминаем, помечаем маркером места подключения шлейфов и кабелей, дабы чтобы не забыть, ну и так для себя пометить, что где какие кабели подключаются. Это вот у нас камера, в каком положении кабель. Это вот у нас, наверное, как раз возможно тач. Это у нас, наверное, антенный модуль здесь расположен. Может, и дисплей сейчас будет дальше видно. Таким же образом открываем вторую половинку корпуса. Вот так. Ну, в принципе, она просто открывается, подколупывается, открывается. Здесь вот видим два динамика. То есть у нас аппарат так, в принципе, даже похоже, что стерео. Снизу два динамика расположены. Вот это вот их магниты и как бы мини-колонки. Антенное напыление. Очень быть предельно с ним внимательным и аккуратным, дабы не повредить, потому что это очень такая вот хрупкая вещь. Можно ее поцарапать, повредить, тогда уже телефон правильно работать не будет. Либо сеть будет постоянно терять, либо Wi-Fi не будет работать, так как это антенный модуль совмещенный. Ну, похоже, что это как бы часть фазированной решетки или что-то похожее на щелевую антенну. Полосковая, вернее, антенна, она правильно называется. Не будем на этом заострять внимание. Дальше мы видим внутренности. Это у нас USB интерфейсный разъем. И видим черные саморезы крепления снизу в двух местах. Это крепление вот этой его пластмассовой части к алюминиевой основе.
за которой уже находится сам дисплей и тачскрин. Ну что, разбираем дальше. Так, дальнейшая процедура у нас заключается в отсоединении всех шлейфов. Вот, шлейфа и кабели высокочастотные. Вот этот вот кабелек, тачскриновский шлейф. Потом шлейф камеры, естественно. И остальные все шлейфа. Дальше, значит, извлекаем аккуратно системную плату, чтобы она нам не мешалась. Вот, вертикальный вверх. Вот мы извлекли системную плату. Вот такая вот она маленькая, крохотная, незамысловатая. В принципе, можно ее еще почистить дополнительно, если что. Посмотреть места холодных паек, дабы, чтобы все было в порядке. Ну, пока ее отложим как бы в сторону, чтобы не мешалось. Наша задача добраться, в принципе, до тачскрина и заменить его. Проведем пока беглый внешний осмотр на наличие каких-либо мелких дефектов или повреждений, которые можно в процессе ремонта устранить параллельно. И нужно отклеивать дисплей. Вернее, тачскрин. У нас есть новая деталь. Вот он тут находится. Сейчас мы ее развернем, посмотрим. Вот я извлек новое стекло, новый тач. Тач полностью совместимый. Был заранее опробован и проверен на этом телефоне, на его работоспособность. Вот, кстати, написано его модель телефона LG Pro Lite Dual D686 черный. Вот. Наша задача теперь остается аккуратно. Так, это пока отложим в сторону. Наша задача остается аккуратно извлечь старый поврежденный тач, восстановить лицевую часть рамки и, ну, как можно более точно ее восстановить и продолжить сборку устройства. Подключение и сборку устройства. Так вот, чтобы нам снять тач, включаем станцию, ставим 170 градусов, поток воздуха на максимум. У меня турбинный фен. И начинаем, нагревая стекло, подсовывать карту. Конечно, желательно карту бумажную. Ну, можно попробовать и пластиковый. Вот, аккуратно нагреваем и по периметру пропускаем карту. Дисплей у нас не склейка. Дисплей у нас не склеенный. То есть он просто идет тачскрин на двустороннем скотче. Вот, примерно как-то вот так вот его вскрываем аккуратно. Главное еще не пережечь, не поплавить пластик и не навернуть сам дисплей. Поэтому торопиться здесь нельзя. Кусочки стекла, вот обломки, аккуратненько пинцетом извлекаем мелкие кусочки и убираем в сторону. И вот такими движениями продолжаем прогревать периметр тачскрина, чтобы его разобрать дальше. Вот, когда у нас он отклеился по периметру, аккуратненько его с нижней части, где у нас находятся сенсорные кнопки, его приподнимаем,
и извлекаем. Вот так вот. Дисплей у нас целый и невредимый. Но чтобы убедиться, нам надо будет собрать и подключить системную плату. Сначала надо извлечь старый тач. После извлечения старого тачскрина, разбитого, необходимо удалить клейкие остатки липкого двустороннего 3M-овского скотча. Для этого возьмем остро заточенный хирургический скальпель глазной и вот такими движениями будем его счищать. Так, после чистки пазов от остатков скотча необходимо проверить целостность дисплея и работу нового тачскрина. Для этого нужно соединить и подключить системную плату и включить само устройство. Соберем его. Так, вот мы подключили, собрали телефон, вернее смартфон. Кроме селфовой камеры, кроме лицевой передней камеры, все остальное подключено, собрано. Теперь надо его проверить. Да, дорогие зрители и подписчики, должен вас еще предупредить, что здесь вот эта кнопка включения питания сделана на шлейфе, и здесь вот под платы подсистемные два пятачка, которые создают контакт с контактными перемычками системной платы. То есть, если вы будете так вот его собирать, то обязательно надо в этом месте чуть-чуть прижать плату, чтобы был контакт со шлейфом кнопки, иначе телефон не будет включаться просто-напросто. Так, ну вот у нас, мы видим, подсветка дисплея заработала. Так. Вот мы видим, дисплей у нас целый. Тачскрин подключили, тоже работает. Поэтому можно производить обратный процесс сборки. И да, еще забыл сказать, что дисплей телефона, как мы видим, у нас не приклеен. Будьте внимательны, будьте осторожны. Дисплей к основе не приклеивается. Он за счет верхнего вот этого вот шлейфового перехода, который сверху приклеен к алюминиевой раме и держится на двустороннем скотче вот здесь вот. То есть сам дисплей не приклеен. Вот, видите? То есть будьте предельно внимательны и аккуратны в этом плане. Ну что, нам осталось только, в принципе, почистить дисплей специальной кисточкой. Промыть пазы растворителем на основе изопропилового спирта. Ну, грубо говоря, изопропиловым спиртом, изопропанолом. Нанести двухсторонний скотч 3M. Для этих целей у меня есть. Сейчас покажу. Для этих целей у меня есть тонкий. Так, где-то он у меня здесь в заначке. Вот такой вот тонкий черный 3M-овский скотч. Вот такой вот двухсторонний. 3-миллиметровый. 0,05 мм толщина. Для приклейки тачей и тому подобных изделий. Так, ну что же. Старый дисплей, так, очистим рабочее место. Старый дисплей оставим для перекатки шаров. Возможно. Ну или куда-нибудь там. Приберем вот эти вот все обломки, осколки. Подвергаются утилизации.
так как нам лишнего стекла здесь нафиг не надо. Ну, будем собирать для очистки поверхности дисплея. Я использую такой вот карандаш, специальный карандаш для линз. Здесь вот есть мягкая кисточка, не причиняющая вреда стеклу. С другой стороны специальная такая присосочка для очистки линз. Вот. Как-то такими вот круговыми движениями мы очищаем от пыли, от грязи. Подготавливаем рабочую поверхность, все вот эти вот зазоры. Отовсюду выгребаем грязь, выправляем по возможности поврежденные участки. Ну и останется нанести скотч двусторонний и произвести сборку. Так, ну вот, значит, снова с вами я, Дмитрий. Канал 220 кВт. Значит, сегодня продолжаем ремонт LG. LG D686. Вот я, короче, сделал такую штучку. Значит, взял такой вот скотч 3-миллиметровый, 50 метров, чтобы его пополам можно было разрезать. Взял основу от этикеток с ценниками, наклеил полосочку, которая сюда вот так вот подходит. Вот. Которая сюда вот так вот подходит. И разрезал ее пополам. Вот одну уже сторону я как бы приклеил. Вот здесь вот наклеена полоска. Значит, теперь делаем вторую полоску. Наклеивать будем. Также ее аккуратненько отдираем. Отрываем это все дело. Так. И ее стараемся аккуратно сюда вот так вот наклеить. Этот скотч будет держать у нас дисплей. Так, блин, тяжело это, конечно, все делать. Так, теперь пинцетом теперь подровняем все это хозяйство маленько. Так, вот так вот ее пинцетиком подровняем. Прогладим тоже с тыльной стороны пинцета, чтобы скотч как бы лег. Вот. Теперь берем такой вот карандаш для чистки оптики. Все это, весь экран, дисплей почистим от песчинок всяких разных возможных. Кисточкой. Вот теперь вторая сторона нам с такой вот щеточкой тоже почистим. Чтобы экран был идеально чистый. Ну, по возможности идеальный. Так. Ну вот как-то вот так.
Так, дальше. Отдираем защитный слой на скотче. Так. 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 Снимаем защитную бумагу. Тут я что-то малёха перестарался. Не совсем ровно лёг слой. Но тем не менее, хоть что-то, хоть как-то. Так. Так. Вот так. Все. Очистили. Теперь берем новый тач. Новый тач. Так, позиционируем его, как он у нас будет лежать. У нас будет вот так. Вот так. Так, дальше. Снимаем защиту. Защитную пленку. Аккуратно, не торопясь. Убираем ее пока в сторону. Так. Ну и собираем, в общем-то. Вот, ставим тач на место, где он должен находиться. Придавливаем, прижимаем его. Без фанатизма, естественно, все это процедуры делаются. Честно скажу, что таким макаром стекло, вернее, на таких вот больших телефонах, смартфонах стекло меняю в первый раз, поэтому может кому-то что-то покажется, что я делаю неправильно, поэтому не обессудьте, ребята, все приходит с опытом, вот, поэтому как бы так вот по периметру его приглаживаем, прижимаем, так вот. Ну вот, вроде стекло, вроде тач у нас лег. Так, теперь берем фен. Так, сейчас я включу станцию. Берем фен. Ставим, так, градусов, наверное, 100. 120, наверное, поставлю. 120 градусов, полная скорость. Так, сейчас я передвину. Так. С пинцета. Сейчас все лишнее уберу. Вот. А наружную защитную пленку я пока не стал снимать. Пусть она пока полежит.
Вот. Ну, и, собственно, в принципе, так. И, собственно, феном на 120 градусах круговыми движениями начинаем прогревать само стекло, чтобы оно немножко нагрелось, и скотч, находящийся под ним, размягчился. То бишь, вступил как бы в реакцию. Скотч немножко размягчится, и лучше как бы сядет, склеится стекло. Пленки все равно ничего не будет, пленка как бы это останется, она все равно как транспортировочная. Так вот, тут динамик надо, конечно, чем-нибудь его бы закрыть на всякий случай. Мало ли что, нежелательные горячие потоки воздуха. Вот такими вот круговыми движениями прогреваем. Мы чувствуем, что оно как будет тепленькое. Хотя бы градусов 35-40, где-то так вот приблизительно. Я думаю, этой температуры будет вполне достаточно, чтобы скотч схватился получше. Главное посередине не давить, не держать, не усердствовать, дабы не треснуло стекло. Ну, это, наверное, уже в принципе так понятно, поэтому не будем заострять на этом внимание. Технологию сразу скажу, что эту технологию прогрева я посмотрел в интернете, но пока вот я говорю, что мне не приходилось на таком большом телефоне менять ни дисплей, ни тач. Поэтому, может быть, какие-то телодвижения будут и неправильны. Вот. Так, отложим пока фен в сторону. Так, прижмем тач. Прожмем его. Ну вот, он вроде уже как схватился. Ну да. Стекло у нас ничего не выпирает. Борты. Бортик чувствуется. Вот. В принципе, я думаю, что все у нас ровно. Можно еще чуть-чуть его погреть. Здесь вот что-то немножко, кажется, мне не хватило нагрева. Температура станции 120 градусов. Станция Люкей 868 врет на 30 градусов ниже после 100 градусов. То есть, если на ней 100 градусов поставить, то на 30-25 градусов она, естественно, ниже покажет, чем циферблат. Поэтому это я учитываю как бы. Поэтому реально температура, значит, где-то здесь вот на выходе сопла, где-то около 90-95 градусов. Так как я поставил 120 градусов. Ну. Так, динамик. Вот. Значит, у нас получается следующее. Стекло нагревается, прогревается. И нагревает, тем самым нагревает скотч. Скотч нагревается, размягчается и лучше схватывается. То есть получается, что у нас будет больше, лучшее сцепление, нежели на холодном скотче. А заводская сборка стекло — это не склейка. То есть оно без специального клея, который полимеризуется под ультрафиолетом. Ну, в принципе, можно было бы с клеем сделать, но у меня пока сейчас еще нету лампы в наличии ультрафиолетовой для полимеризации клея. Поэтому я приступил и сделал, ну как назову, заводскую сборку.
Я думаю, она, в принципе, не хуже будет работать. Так, хорош, наверное, греть. Еще раз прожимаем. Ну вот, стекло где-то градусов 35 есть уже. То есть рука терпит. Пластмасса не плавится. Ничего такого стрёмного с ней нету. Вот как-то так. Сильно не надо давить, я думаю. Она, в принципе, и так сядет. Садится хорошо. Так. Ну вот, как-то так. Если кому интересно, где я заказывал тачскрин, пишите в комментариях, я ссылочку на магазин сброшу. Только не сочтите это за рекламу, конечно, и все такое прочее. Так, ну все, станцию выключаем. Ставим фен на охлаждение. Так, провод, чтобы не мешался. Так, ну что, тач у нас приклеился. Значит, будем производить дальнейшую сборку аппарата в обратной, как бы, последовательности. Вот. Я так вот думаю. Так. Так, вот этот весь мусор сейчас надо убрать, чтобы он мне не мешался. Не прилипал никуда, тут ничего не этот. Короче говоря, хлама начинала на столе. Так, почистим от пыли, от грязи дополнительно отсек батареи. Вот это вот все отсеки. Так, здесь у нас, в принципе, все нормально, ровно, шедеврально. Поправим контактики. Поправим контактики вибровызова, чуть-чуть растянув пружиночки, чтобы надежно соединение было. Так, дальше. Так, динамик. Так. Динамик у нас, в принципе, телефонный нормальный здесь. Ладно, не будем его теребить. Так, ставим обратно фронтальную камеру. Вот она у нас такая вот манесенькая. Ставим ее обратно в штатное гнездо в корпусе. Так. Что-то мне не особо удобно, как бы, лазить тут. Но так ее пока присобачим. Так, теперь вот этот. Вообще в сервисных центрах люди работают в перчатках хлопчатобумажных. Но так как у меня, можно сказать, колхозный сервисный центр, я работаю без перчаток, к сожалению. Так, теперь системная плата. Ставим системную плату на место. Так, осматриваем и на всякие пылинки, повреждения возможные и все такое прочее, чтобы заранее, как бы, всю эту шляпу убрать. Даже и капорт есть. Прикольный аппарат. Так, ладно. Ставим все это хозяйство на место. Приподнимаем шлейфа интерфейсные, все такие прочие. А, о, динамик у нас, кстати, на таких вот этих сделан, просто прикасается к печатным контактным проводникам. Ну ладно, так, главное вот эти вот поправить контактики, так как это контактики кнопки включения, я думаю, что их стоит, на них, как бы, заострить внимание,
чтобы не было лагов, потому что вот я где-то тоже видел, читал, что они окисляются, и кнопка включения не работает у телефона. Ну вот мы их почистили здесь вот пятачки шлейфа. Теперь, короче, все это хозяйство собираем. Так, собираем все это хозяйство в обратной последовательности. Пинцетиком помогаем. Так, я, кажется, забыл про шлейф основной камеры. Так, вот. Ну вот как-то так вот. Теперь коаксиальный кабель. Так, мне потребуется еще дополнительный инструмент. Я пинцетом боюсь его повредить. Шпателем все-таки как-то надежней. Так, вот этот разъем. Ну вот, блин, опять коаксиальный кабель. Так, возьму-ка я, наверное, другой пинцет с губками. Ну вот, то ли дело. Так, вот, ну, у нас вся эта плата села. Так, закрываем шлифа. Так, что-то у нас тут. Так, так. Основная камера. Дисплей. Так. Дисплей. Основная камера. Его, вернее, вот основная камера, а то фронталка. Так, основную камеру закрыли. А теперь тач. Так, тач подключаем. Подключаем, блин. Это все это такое маленькое и тонкое. Так, ладно. Подключу нижний шлейф, чтобы он тут придерживал плату. И коаксиальный разъем. Так. Коаксиалка есть. Теперь остался нам. Так, кнопочки работают. Теперь остался нам тач подключить. Ну вот, как-то вот так вот изгибаемся и коннектим тач на место. Теперь приклеиваем к основе микрочип тача. Контроллер тача. Ну вот как-то вот так. Теперь подключаем. Так, сейчас. Так, теперь подключаем нижнюю часть аппарата, там где находятся динамики и GSM модульная антенна. Так, это у нас было вот так вот. Вот как-то оно так, по-моему, было. Да? Вот оно щелкнуло на замке, встало. Теперь. Так, теперь нам надо. Так, секундочку. Теперь нужно верхнюю половинку поставить. Так, убеждаемся, что все разъемы мы подключили. Так, что у нас тут все нормально. Ничего нигде не отходит, ничего нигде не шатается. Так, камеру мы пальцем не трогали. Камера у нас чистая. Здесь тоже все чистое стеклышки. Поэтому все должно быть ровно. Так, вот до щелчков, без фанатизма.
собираем эту панельку. Так, и теперь берем и скручиваем, закручиваем болтики. Начну, наверное, вот отсюда. Чуть не знаю, тут как-то мне просто ближе. Болтиков у нас 13, поэтому один уже закрутили. Осталось 12, ну и так далее, и тому подобное. Так. Так. Главное тоже тут при закручивании не переусердствовать, чтобы не поломать, не сорвать резьбу, как-то вот так вот. Ну, чтобы все, вот, можно сказать, так вот ровно и аккуратно прошло. Кстати, купил я штатив для камеры своей. Сейчас вот аппарат. Камера сейчас на штативе стоит. Ну, штатив такой недорогой, китайский. Ну, а что у нас сейчас в наше время не китайское? Из техники. Ну, это так, между делом. Это так, между делом. Так. Ну, вот, подходим мы, в принципе, как бы и к финишу. Осталось нам закрутить еще несколько болтиков. Осталось нам закрутить еще несколько болтиков, и устройство будет как бы собрано. Так, еще осталось нам 3 болтика посадить. В принципе, я скажу, телефон неплохой. Вот, как бы так вот для таких вот бытовых целей. В принципе, пойдет. Ну, конечно, не Note, не Galaxy Note 3. Ну, в принципе, за стоимость, сколько он стоит, нормальный аппарат. Главное, в принципе, ремонтопригоден. Это уже хорошо. Так, что-то я опять отвлекся. Так, где-то у меня тут, блин, батарейка была. Батарейка. Ау. Батарейка. Что делать? Так, вот батарейка 3140 миллиампер часов. Ладно, ну, с Богом. Подключаем. Включаем. Вот у нас дернулся. Появился логотип. Ждем загрузки устройства. Заодно проверим работу со стилусом и все такое прочее. Так, вот он у нас загружается. Пленку я пока еще не стал снимать. Так, вот у нас тач работает уже. В принципе, все видно. Пальцем у нас работает. Вот. Пальца слушается четко. Вот, с первого раза. Сенсорные кнопки. Проверяем. Так, Home. Вот она у нас на Home переводится. Кнопочка возврата. Кнопочка меню. Еще вот это что за кнопочка, правда, не знаю. У меня такой нету. Ну, наверное, тоже какая-то. А,
Ну вот, она тоже работает. А, это сим-карта, я понял. Извиняюсь за свою неосведомленность. Ну вот, как видим, в принципе, телефон восстановлен. Датчики яркости у нас работают. Тач у нас работает. Стилус у нас штатный тоже работает. Все прекрасно. Вот, кнопочки, все у нас работает. Дисплей у нас целый. Пыли нету. Песчинок тоже нету. То есть, ну, ремонт проведен достаточно нормально. Пленку я не буду сдирать. Пускай, так сказать, хозяин ее сдирает, если захотит. Ставим стилус обратно. Ставим заднюю крышку обратно. Вот так вот, до щелчков. Протираем глазок камеры, чтобы, ну, был, как сказать, товарный вид. Что-то вот в этом роде. Еще раз показываю. Хороший карандаш. Lama Lens Pen. Специально для линз, для оптики. Специально для этих целей купил. Берегу, пользуюсь. Вот. Ну все, наверное, я думаю, ребят, на этом ремонт смартфона LG D686 закончен. Можно считать, что ремонт закончен. Потому что стекло приклеено, все у нас нормально. Вот эти боковинки я поправил пинцетом, которые были погнуты. Но больше тут уже ничего не сделать, что только менять саму вот эту переднюю панель. Она стоит 4,5-6 тысяч. То есть, как бы, это очень дорого. Из расчета того, что смартфон стоит на данный момент около 10-12 тысяч. То есть, пол стоимости отдавать за переднюю вот эту вот поверхность. Вернее, не поверхность, а часть вместе с дисплеем и тачем, я не вижу особого резона. Так как дисплей-то целый, только тач был поврежден. Вот, кстати, кому интересно, тач оригинальный и войны, разбитый. Вот. Ну, тут видно явно, что он, ну, как на скотче клеенный. Тач с пленкой триплексный, то есть, на которые, вот, видимо, нанесены координатные сетки. То есть он не разлетается сразу на мелкие куски, вот, а лопается и как бы за счет пленки держится. Вот точно такой же вот оригинальный тач я и поставил один в один. Только без этого, без скотча. Есть отдельно еще скотчевый этот, площадка продается, но я решил. Ее в наличии не было, я решил скотч применить такой ленточный, как вы видели. Так, ну все, на этом ремонт закончен. Всем спасибо. Оставляйте комментарии, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Кому интересно, постараюсь ответить на все ваши вопросы. С вами был Дмитрий, канал 220 кВт. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем удачи в ваших ремонтах, кто занимается ремонтом. Кто просто зритель, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.